Строительство дороги на Усинск обсудил губернатор округа Игорь Федоров с заместителем министра транспорта Олегом Белозеровым. Губернатор проинформировал замминистра о получении положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на первый участок дороги длиной 23 километра и четвертый участок длиной 15 километров. Разработанная проектная документация на второй и третий участки проходит проверку и будет направлена на государственную экспертизу до 1 сентября. Заключение должно поступить в ноябре текущего года. Игорь Федоров и Олег Белозеров обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять администрации округа и Минтрансу России для того, чтобы с 2014 года возобновить строительство дороги. Замминистра отметил, что со стороны Минтранса России предприняты все необходимые меры для включения автодороги на Ринмар-Усинск в заявку на рассмотрение правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период.